Приветствую вас, с вами Виталичин, и в этом уроке я вам расскажу, наверное, о самом важном моменте нашего курса – это заработок. Вы уже прошли оформление, вы знаете, как ваш паблик оформлять, знаете, как его правильно рекламировать, и знаете, как правильно и когда начинать заниматься обменами с другими пабликами. И теперь я расскажу, как, на чем и когда вы начинаете зарабатывать. Существует два основных момента. Первый момент – это заработок на продаже рекламы в вашем паблике. И второй момент – это заработок на партнерских программах. Сначала давайте поговорим о первом моменте, о том, когда же вы начинаете зарабатывать на рекламе. Основной поток рекламодателей в вашем паблике появится, когда в нем будет хотя бы 100 тысяч подписчиков. Уже начнут писать люди, спрашивать у вас, сколько стоит реклама. И так далее. Какие цены ставить на рекламу? Здесь все очень просто. Вы открываете свой паблик. Вы его, соответственно, уже раскрутили. Открываете статистику и смотрите график охвата. Цена на рекламу рассчитывается из общего охвата. Каким образом? Если вот этот второй график общего охвата, если в нем 50 тысяч человек, значит реклама стоит порядка 500-600 рублей. Если охват 100 тысяч человек, значит реклама стоит 1000, 1100, 1200 и так далее. То есть если там 150 тысяч человек, значит реклама стоит 1500, 1600, 1700 плюс-минус 200 рублей. В основном все паблики придерживаются вот таких цен. Советую вам сделать вот такой график. Он сделан сразу же на месяц. И вы здесь вбиваете тех людей, с которыми вы обмениваетесь, и тех людей, которые покупают у вас рекламу. То есть у вас кто-то купил рекламу, вы его забили на 14.00. Кто-то еще купил рекламу, вы его забили на 18.00. И с таким графиком вы никогда не забудете про этого человека и постоянно будете помнить, у кого что у вас стоит, с кем обмен, с кем реклама. Следующий очень важный момент – это фильтровать рекламу. То есть не все подряд ставить, рекламу нужно выбирать. Сейчас я вам расскажу, что нельзя рекламировать. Нельзя рекламировать любые сетевые компании. Пускай даже в этих компаниях есть все документы, пускай даже там люди зарабатывают деньги, но администрация контакта против всех этих пирамид, даже если они реально деньги приносят, и ваш паблик могут за это забанить. Поэтому такую рекламу лучше не ставить. И второе, что нельзя размещать, это реклама сайтов подозрительных, например, сайты диет. То есть человек заходит, когда на сайт, там написано «Узнайте, как похудеть за 10 дней». И нужно написать номер телефона, потом на этот телефон придет смс, и нужно с этой смс ввести там какой-то код. Это развод людей, и такую рекламу тоже нельзя ставить. Ваш паблик сразу забанит навсегда, и вы никогда его себе не вернете. Теперь давайте перейдем ко второму виду заработка. Это заработок на партнерских программах. Что такое партнерская программа? Давайте я вам приведу пример. Есть магазин, интернет-магазин. Магазин этот продает какую-то одежду. И у этого магазина есть партнерская программа. Вы заходите в раздел на сайте «Партнерская программа», регистрируетесь в партнерской программе, вам выдается партнерская ссылка, и вы эту партнерскую ссылку размещаете в своем паблике. И все люди, которые, пройдя по этой ссылке, в этом магазине что-то покупают, то с каждой продажи магазин вам выплачивает на ваши электронные кошельки процент с продажи. То есть у всех процент разный. 30%, 20%, 40% и так далее. На партнерских программах можно зарабатывать, даже не имея паблика. То есть вы можете зарегистрироваться в любой партнерской программе, можете в Гугле вбить просто партнерские программы или там самые лучшие партнерские программы. И будет очень большой список. Вы регистрируетесь и дальше получаете партнерскую ссылку и, не имея паблика, просто можете заказывать рекламу этой партнерской ссылки в каком-то другом паблике. То есть вы платите очень крупному паблику и рекламируете там партнерскую ссылку. И если эта партнерская программа действительно хорошая, то ваши деньги не окупятся. Давайте я вам приведу пример моей партнерской программы, как она работает. То есть у меня есть бесплатный курс, который вы сейчас проходите.
и вы можете его рекламировать. То есть вы регистрируетесь в моей партнерской программе. Кстати говоря, вы сейчас находитесь на моем сайте, и наверху есть кнопочка «Партнерская программа». Вы там регистрируетесь, получаете свою партнерскую ссылку, и даже не имея паблика, можете просто эту партнерскую ссылку разместить у себя на страничке ВКонтакте. Можете заказать рекламу в каком-то паблике недорогую. И что происходит? Человек подписывается по вашей ссылке. У вас будет тоже вот такой вот раздел, когда вы зарегистрируетесь. Здесь будет полный отчет. Вы можете посмотреть, сколько было переходов сделано по вашей ссылке, сколько подписчиков вы принесли. И самое главное, это финансовая статистика. То есть можно по месяцам посмотреть, сколько вы получаете выплат. То есть пускай вот давайте возьмем отсюда. Выплат, они выплачиваются деньги каждый месяц. То есть вот прошел месяц, да, это все заказы. И вот здесь вот пишется ваша комиссионная, сколько вы получаете комиссии с заказа. И проходит месяц, вам выплачивается на WebMoney столько-то денег. Потом идет следующий месяц, да, вам выплачивается на WebMoney столько-то денег. Потом еще идет месяц, вам выплачиваются еще деньги. Кошелек вы там тоже выбираете сами, или WebMoney, или Яндекс деньги. Ну и потом опять новый месяц. И вот тут уже видно, сколько вам сейчас должны выплатить. Вот так работает партнерская программа. И фишка в том, что если человек проходит по вашей партнерской ссылке и не покупает что-то в течение даже полугода, но он в течение этих полугода получает какие-то бесплатные уроки, там, письма я рассылаю, да, и потом, пускай через полгода, пускай даже через год он что-то покупает, вы все равно получаете проценты. То есть прорекламировав один раз в каком-то хорошем паблике, вы соберете очень много подписчиков, да? И дальше эти люди каждый месяц получают какие-то видеоуроки. Им нравится, они слушают. Но если они хотят чего-то большего, да, то они заказывают платный курс. То есть у меня есть платные курсы. Вы наверняка про них уже знаете. Под этим видео тоже ссылки есть на эти платные курсы. И очень много людей их покупает. Поэтому на этом грех не заработать. Рекламируйте партнерскую ссылку, набирайте себе подписчиков и зарабатывайте на этом деньги. Вот такой очень даже простой способ заработка. На этом я заканчиваю данный урок. Желаю вам успехов. Действуйте прямо сейчас, зарабатывайте деньги и до встречи в следующих видеоуроках. Пока!